Заворотнюк у Малахова. Всплыли первые кадры после смертельной болезни. Поклонники гадают, неужели 49-летняя звезда готова появиться на публике? Минувшей ночью Андрей Малахов, как утверждают инсайдеры, не спал. В съемочных павильонах он встречал желанную гостью. Якобы к нему привезли Анастасию Заворотнюк. Помощники Андрея стоят на ушах. Инсайдеры сообщили о том, что знаменитый телеведущий готовит к эфиру программу с участием Анастасии Заворотнюк. Якобы актриса тайно приехала на съемочную площадку под покровом ночи, чтобы ее никто не увидел. Слухи о том, что Малахов готовит передачу «Заворотнюк», ходят давно. Артисты давно дружат. И якобы именно Андрею, звезда сериала «Моя прекрасная няня», обещала дать то самое интервью, которое все так долго ждали. Слухи о том, что актриса хочет появиться на публике, появились в начале ноября. Анастасия сейчас проходит реабилитацию в своем доме в подмосковном поселке Крекшино. Артистке стало лучше, она выходит на прогулки, ее даже возят на процедуры в одну из столичных клиник. Машина подъезжает к трехэтажному дому звезды, так чтобы посторонним не было видно, как знаменитость сажают в автомобиль. Дело в том, что близкие опасаются, как бы папарацци не сфотографировали Настю. Ни одной фотографии актрисы во время болезни не появилась в прессе. Как это возможно, до сих пор остается загадкой. Напомним, Анастасия Заворотнюк почти 2 года борется с раком мозга. И все это время рядом с тяжело больной звездой находится ее третий муж Петр Чернышов. Кажется, фигурист готов на все, лишь бы его любимая женщина исцелилась. Официальный диагноз звезды был обнародован на совещании с Владимиром Путиным 14 мая 2020 года. Директор Института молекулярной биологии Александр Макаров доложил президенту, что у артистки глиобластома. В ее лечении используют новые технологии, разработанные для борьбы с терминальной стадией рака. 5 августа стало известно, что Анастасию лечат экспериментальной вакциной на основе иммунных клеток, созданной специально для звезды учеными из Санкт-Петербурга. Курс лечения может растянуться на 2 года. Пожелаем звезде скорейшего выздоровления! Благодарю вас за просмотр. Делитесь видео с вашими друзьями. Пишите ваши комментарии. Подписывайтесь на наш канал и будьте в курсе самых последних и актуальных новостей.